Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Окружающие восхищаются от этого человека, от его многогранной личности, независимости и индивидуальности. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Этому имени свойственно иметь свое собственное мнение по любым вопросам и максимально его проявлять, не придерживаясь при этом никаких фирменных шаблонов. Человеку с буквы «К» по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Это настоящие первопроходцы. Смелые, неординарно мыслящие, понятливые, собранные, честные и целеустремленные. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.